Илон Маск стал бездомным. Первый в мире коммерческий сервис аэротакси появится в Китае в ближайшие месяцы. TCL показала первый смартфон со складным раздвижным дисплеем. Представлен дрон на куриных ножках. Он способен садиться на ветки и ловить предметы в воздухе. Обо всем этом подробнее далее. Обязательно подписывайтесь на наш канал, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Илон Маск сдержал свое обещание не иметь домов, данное в прошлом году. Миллиардер продал свой особняк в Калифорнии. Недвижимость была продана за 30 миллионов долларов, хотя изначально он просил 37,5. Маск ранее подтвердил, что это был его последний дом. На данный момент мультимиллиардер живет в крошечном сборном домике стоимостью 50 тысяч долларов, который арендует у своей же компании SpaceX. В то же время на саммите глав компании, проведенном журналом Wall Street Journal, Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам не нужен закон об инфраструктуре администрации президента Байдена, который предполагает дополнительный триллион долларов господдержки зеленых технологий и энергетического перехода, да и вообще никакие государственные субсидии. Отмените их все. Глава Tesla и SpaceX признал в интервью, что он обеспокоен федеральным дефицитом. «Мы тратим так много денег, дефицит федерального бюджета сумасшедший. Я бы сказал, заморозьте весь этот законопроект. Не проводите его, вот мой совет», сказал Маск. Китайская Ихэнк опубликовала финансовый отчет о работе в третьем квартале 2021 года и сообщила главное. Национальный регулятор в течение нескольких месяцев может выдать сертификат типа на двухместное аэротакси Ихэнк 216. Получение этого документа будет означать, что данные аппараты допустят к коммерческому производству и эксплуатации. Если это произойдет, в Китае беспилотные аэротакси начнут обслуживать пассажиров первыми в мире и совсем скоро. Еще недавно медработники с реактивными ранцами, полицейские на летающих машинах и городские служащие на беспилотных аэротакси считались чем-то из ряда фантастики, однако сегодня все эти технологии активно развиваются, и к 2025 году, по оценкам компании Elliott Market Research, рынок этих решений вырастет до 17 миллиардов долларов. Нидерландская компания Pol-V разработала двухместный летающий автомобиль Liberty с максимальной скоростью 180 км в час и дальностью полета 400 километров, который в прошлом году получил разрешение на езду по европейским дорогам общего пользования. После завершения всех испытаний первые экземпляры машины будут доставлены заказчикам в 2023 году. Компания WayRay, основанная россиянином Виталием Пономаревым и имеющая штаб-квартиру в Цюрихе, представила концептуальную версию электромобиля Hologector, одна из основных особенностей которого заключается в использовании дисплеев дополнительной реальности вместо обычных стекол, на которые можно проецировать разную информацию. Согласно имеющимся данным, стартап планирует организовать серийное производство в течение 5 лет. WayRay говорит, что Hologector получит в дополнение к откидному рулю поддержку дистанционного управления. Разработчики не уточнили, какой именно силовой агрегат используется в их авто, но известно, что разгон с нуля до сотни занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость движения равна 200 км в час. При этом одного заряда аккумуляторных батарей будет достаточно для преодоления до 600 км. Одна из главных целей Hologector заключается в демонстрации голографических дисплеев дополненной реальности. Каждый пассажир трехместного электромобиля будет иметь доступ к нескольким AR-дисплеям и джойстикам, которые могут использоваться для игр, просмотра или создания контента. Японский автопроизводитель Nissan представил в рамках форума Nissan Futures концепт электромобиля с настолько красноречивым названием, что оно не нуждается в дополнительном разъяснении. Буквально, Nissan Area Single Seater Concept – это концепт одноместного средства передвижения, построенный на платформе кроссовера Nissan Area. Чтобы новинка получилась более зрелищной, создатели решили выбрать максимально отдаленный от реальной жизни формат – спортивный болид, напоминающий модели, которые используются в чемпионате Формула И. Таким образом, инженеры компании решили продемонстрировать высокий потенциал своей серийной платформы, ведь ее двухдвигательная схема AWD E-Force позволяет построить и крупный полноприводный кроссовер с хорошими внедорожными характеристиками, и юркий гоночный болид с распределением крутящего момента между осями и независимым торможением каждого из 4 колес.
Китайский разработчик электроники и дисплеев TCL объединил несколько технологических достижений в одном устройстве. Компания создала гаджет 3 в одном, который совмещает в себе форм-фактор смартфона, фаблета и крупного планшета с помощью двух уникальных шарниров. TCL не стала называть сроки выхода технологии на рынок, но отметила, что представленный прототип – это полностью рабочий образец. Новая система построена на запатентованной технологии Dragon Hinge, предназначенной для реализации раздвижных дисплеев, и особом шарнире, который позволяет многократно складывать гибкий экран. В последнем образце компания использовала мягкий пластик, но в будущем TCL намерена перейти на более комфортное для пользователей стекло. Швейцарская компания Essenta Robotics представила новую версию Essenta – двуногого робота с колесами на ногах. Он получил большие колеса, сменный аккумулятор, возможность автономной работы и другие нововведения. У данного робота две двухсекционные ноги с колесами на концах. Ноги могут сгибаться, причем независимо друг от друга. Поэтому робота удалось сделать устойчивым, в том числе к неожиданным препятствиям под ногой. В новой версии, которую инженеры назвали Essenta Pro, увеличились колеса. Теперь они сопоставимы по размеру с корпусом и ногами. За счет этого он стал проходимее и быстрее. Инженеры показали, как робот взбирается по ступеням лестницы и склону холма, а также ездит по лежащим веткам в лесу. Essenta Pro может ездить со скоростью 12 км в час. Природа снова дала подсказку инженерам. Исследователи из Стэнфордского университета создали универсальную систему приземления для дронов, благодаря наблюдению за птицами во время посадки. Дрон с ногами и когтями на них оказался способен садиться на любые поверхности в любых погодных условиях и даже смог ловить предметы в воздухе. Скоро птицам на ветках и проводах придется потесниться. Система SNAC представляет собой довольно точную имитацию лап и когтей птиц с подобием сухожилий и мышц. Она работает автоматически, и, кстати, птицы перед посадкой на любую поверхность всегда используют одинаковый алгоритм поведения вне зависимости от того, куда садятся. Заключительную часть посадки с закреплением когтями птицы проводят на рефлексах, исключительно в нижних конечностях. Испытания системы на дроне также показали, что алгоритм посадки может быть универсальным и широко тиражироваться для разных беспилотников. После захвата когтями поверхности приземления акселерометр на правой ноге дрона дает команду остановить все двигатели и инициирует систему балансировки, чтобы дрон не совершил кувырок вперед. На этом у меня все, друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, оставляйте свои комментарии под видео и не забывайте подписываться на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. Ну а я желаю вам новогоднего настроения. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч!